Маэстро Мьюзик Скул. Добрый день, меня зовут Олег. Мне 48 лет, я бизнесмен, занимаюсь бизнесом. 2 месяца назад я пришел в школу, в музыкальную школу Маэстро, для того, чтобы здесь научиться играть на гитаре. Такую цель я себе поставил для того, чтобы реализовать детскую мечту. И вот я 2 месяца обучаюсь этому, научился за это время играть перебором несколько полюбившихся мне мелодий, таких как группы «Кино», «Кукушка», умею играть эту мелодию, следующим этапом буду учиться петь под нее. Мне нравится в школе то, что хорошая методика обучения, гибкий график занятий, можно договориться с преподавателем о том, об удобном графике занятий, можно заниматься час, можно заниматься 2 часа, можно заниматься 1.5 часа. И я вижу для себя, за эти 2 месяца я научился то, о чем я даже не думал, что я могу этому научиться играть. Сейчас я играю красивые мелодии, мне это нравится, я буду дальше продолжать заниматься этим полезным делом. Одна из целей, да, это реализовать свои детские мечты, но в то же время это развитие. Я бизнесмен и больше 15 лет занимаюсь бизнесом, я понял, что нужно научиться в этой жизни делать что-то другое, не только заниматься бизнесом. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы вы тоже искали в себе таланты, находили в себе новые способности и их развивали. И школа, музыкальная школа Маэстро вам в этом поможет.